Стартовал муниципальный конкурс на лучший экскурсионный маршрут Мой сухой лог в нем может принять участие каждый житель, группа или организация. Конкурс поможет создать новый имидж города, привлекательного для развития туризма. Он стимулирует выбор интересных маршрутов, может активно способствовать развитию внутреннего и внешнего туризма в городе и в его пригородной зоне. Конкурс проводится с 1 апреля по 27 июля нынешнего года. Для участия в конкурсе необходимо до 20 мая представить в Историко-краеведческий музей необходимые документы и экскурсионные проекты. Экскурсионные проекты могут быть как пешими, так и автобусными. Музейные работники проконсультируют вас по условиям участия в конкурсе. В ходе защиты проекта у финалистов будет реальная возможность в течение июня-июля провести опытную показательную экскурсию для организованной группы. Возможно, на будущих тропинках проложенного вами маршрута экскурсанты услышат и ваше имя. Кроме того, победители ждут денежные призы.